Номинация «Литературное творчество» Краевого онлайн-фестиваля «Радуга талантов». Прокопенко Иван, учащийся специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната номер 29 города Георгиевска, Лукоморье. Авторское стихотворение. Прокопенко Иван, Лукоморье. Почти два века Лукоморье, у меня юные сердца. Попасть бы к дубу на приволье в обличье парня-удальца. Я прихватил бы желудей и вдоль дороги для людей. Деревья посадил бы ряд, чтоб в их тени и стар, и млад могли б гулять, сидеть, мечтать и сказки Пушкина читать.